центре внимания истории строительства трансполярной железнодорожной магистрали. Денис, ну каких только эпитетов не существует насчет этой дороги, и сталинская дорога смерти, и мертвая дорога, и стройка на костях. Почему вообще появились подобные выражения, и все-таки почему так сложилось, и была ли начата стройка в целом? Ну, стоит сказать, что трансполярная магистраль, она задумывалась, конечно, еще в времена царской России, скажем так. Были определенные попытки проведения геологоразведочных работ, геодезических работ и так далее. Но наибольшую свою, там, скажем так, популярность эта стройка, да, там, получила в 28-м году, когда как раз была задумана Иосифом Виссарионовичем Сталиным как, значит, железная дорога, которая должна была бы обойти Карское море, как срезать путь для Северного морского пути и зацепить месторождения Северной Якутии и Чукотки, скажем так, и выйти к Баренцевому морю с одной стороны, а с другой стороны была трассировка даже такая, что в пределах Западной Сибири он маршрут должен был пройти через низовье Оби с возможным переходом по Абдорску, это ныне Салехард, до Березова, и к среднему течению Енисея, Дудинка, Туруханск, Осиновский порог. Далее бы выходил на Якутск и к побережью Охотского моря. То есть, получается, на выход на Бам текущий. Ну, как бы, то есть, если мы сейчас рассмотрим, да, посмотрим на карту, да, то мы бы увидели, что как раз эта дорога бы прошла по самому-самому северу, захватив как раз месторождение, которое находится на севере нашей страны, выйдя на Якутию, на Якутск, перейдя через Лену и спускаясь ниже, южнее, до захватывая юг Якутии с золотоносными, значит, месторождениями и угольными месторождениями, и выходя далее уже по трассе текущего БАМа к Ванино и ниже Совгавань. Из того, что вы обозначили, что было в реальности сделано? Читала, что все-таки чуть больше 900 километров пути было построено, и можно в интернете увидеть действительно фотографии вот эти, да, где, так скажем, заброшенные пути. Насколько все это является реальностью? Пути были построены? Дорога строилась в 40-х годах по 53-й год. В 53-м году, да, как раз. Значит, официально называлась, она строилась с двух сторон, как бы не подряд шли, а как раз шли с двух сторон. Навстречу друг другу, получается, да? Да, два куска строили. И назывались они, закодировано строительство номер 501 и 503. Так ее и не закончили, забросили. Это фактом, дорога строилась, и дорога планировалось. Денис, это была изначально дорога в никуда, или ранее вы обозначили и углеводороды, и уголь, и что она строилась под будущий вывоз данной номенклатуры грузов. Все-таки тогда не хватило финансирования, тогда случилась там смерть Сталина, да, и потом пришел Хрущев, и немножко произошли некие пертурбации. Что произошло, что послужило причиной? Здесь больше политического фактора или экономического? Почему эта дорога была не реализована и насколько она вообще могла бы быть дееспособной? Я бы так предположил, что это больше политический фактор, может быть, сыграл. С одной стороны, насколько мы помним, да, в советское время и в Советском Союзе все-таки могу, как родившийся, как рожденный в СССР, могу с уверенностью это сказать, и заставший это все, что все-таки все глобальные инфраструктурные проекты, да, государство, если ставило перед собой амбициозную цель, она ее выполняла. Да? Как находил лозунг, партия сказала «надо», да, комсомол ответил «есть». Вопрос, так какой что ценой, конечно, но да, так было. Вопрос ценой, то, что вы говорите, дорога на костях, как ее называли, это, ну, да, есть такой нелицеприятный фактор, чтобы очень много заключенных использовалось при строительстве этой дороги. Естественно, гулаговцы строили, да. Это очень жесткие природные климатические условия, это заполярье, то есть это постоянное, летом это грязь получается, так как вечная мерзлота не растаивает, верхний слой оттайки идет, и в воде уходить некуда, получается такая жижа.
вся техника вязнет, люди постоянно в грязи, в холоде, в мокрой одежде, естественно, ну, смертность была очень высокая. Скажем так, какая база была под этой дорогой, да? То есть все равно это была задумка освоения месторождений именно Заполярья и севера. То есть это, с одной стороны, да, месторождение нефти и газа, с другой стороны, это есть... никель, да, у нас там есть по северу олово, а дальше выход на юг, на Якутию, если мы говорим, то там уголь, там, конечно, большие бассейны и месторождения угля. С приходом к власти Хрущева, видимо, пошла, скажем так, такая некая оттепель в отношении там политзаключенных всех, и стройку эту прекратили. Считая, что первоначально силы страны должны были быть направлены все-таки на более развитие более южных регионов. Но со своей стороны, как можно сказать, везде, куда бы ни пришла железная дорога, да, она несет определенный такой... То есть она, по-модному, если сказать, она является драйвером развития региона, скажем так. Это безусловно. Это стопроцентное такое выражение правильное, потому что железная дорога – это сразу круглогодичная возможность и доставки грузов, и доставки людей, и обеспечение этих людей продовольствием, там, не знаю, товарами народного потребления и вывоза каких-то ресурсов, независимо от времени года, от времени суток. То есть 24/7 и на 365-366 в скобочках. Работает. Денис, а вот вы сказали сейчас про пассажиров. Подскажите, этот проект «Трансполярная магистраль», он задумывался только для вывоза именно груза, а о том, чтобы перевозить людей, речи вообще не шло тогда? Сложно сказать. Нет, на самом деле везде, где есть железная дорога, все равно подразумевается возможность осуществления пассажирских перевозок. То есть тут, конечно, первоначальная направленность этой дороги была не социальная, а именно... То есть экономическая составляющая была во главе угла. Да, что она нужна была для, именно для перевозки грузов, а перевозка пассажиров, она как само собой сопутствует, уже эффект давала. Вы сказали, что дорога задумывалась, и речь о ней шла, о неком соединении, да, все, что вот выше Транссибирской магистрали, еще в царской России. Поясните, пожалуйста, понятно, что в советские годы финансирование, пусть тех локальных участков, которые были построены, которые сегодня ржавые, шло из государственного бюджета. А вот при царской России можно ли говорить, что там были какие-то, может быть, частные инвестиции? Что-то об этом известно с точки зрения именно финансирования в тот период? Даже вот сами изыскательские, да, вот эти работы, они же тоже... в них тоже необходимо инвестировать. Вот тогда насколько это было вообще интересно всем, кроме, так скажем, царя? Я нашел интересную такую фразу, когда смотрел про историю Трансполярной магистрали. В списке одной из главных задач прокладки Трансполярной магистрали при царской России, еще когда рассматривалась, называлось освоение огромных богатств севера. Но не менее важным, как и для полярного маршрута, с точки зрения сибирских промышленников, было обеспечение выхода на мировые рынки во вход барышника в Центральной России. Угу. Конкурентная. Да, то есть получается, что на тот кому-то момент... Кому-то было выгодно. Можно сказать, что это было, ну, по-новомодному, по-современному сказать, это было государственно-частное партнерство в какой-то степени. Это очень интересный факт. Спасибо вам большое за это крайне интересное интервью и своего рода ликбез по Трансполярной магистрали. Спасибо, Денис, и до новых встреч.